Апартаменты в Элкорн. Однобедренные. Уже готовы к заселению. Провели химчистку полную. Ковролин практически как новый. Новая встроенная техника. Посудомойка. Flat panel. Микроволновочка. Холодильник. Даже огнетушитель висит. Очень чистая и хорошая кухня. Балкон. Противомоскитная сетка такая. Все-таки колодец здесь хорошая, это окраина города. Это кладовка дополнительная. Первая кладовка вот здесь в апартаментах. В зале. Здесь располагается нагревательное оборудование и, собственно говоря, спальня. Встроенный шкаф большой. Здесь блок предохранителей автоматов. Сейчас еще раз покажу эту комнату. Здесь встроенная техника. Одна машина и стиралка. С вертикальной загрузкой. Другая сушка. Ну, это такой чисто американский стандарт. Американцы любят такие машины большие. На большую загрузку. Вообще апартаменты со встроенной техникой это редкость. Ванна. Все чистое. И, собственно говоря, санузел. Климат-контроль. Вот такие апартаменты. Отдельно можно арендовать гараж. Два выхода в одну и в другую сторону. Третий этаж. Район Элкорн очень хороший, с высоким рейтингом школ. Хай-скул располагается прямо буквально через дорогу от апартаментов, может быть, в метрах 50-100, где-то вот так вот.
Middle School располагается где-то в 15 минут езды. Вот там располагается High School. В этом районе есть буквально здесь в шаговой доступности 5 минут пешком магазин Menards. Это все для дома. Для тех, кто сталкивается с московским обе, примерно вот такого плана магазин. Ну и где-то минут 15 езды будет магазин Walmart большой. Вот эти самые гаражи, которые можно дополнительно арендовать.